Дорогие друзья и подруги, дяди, тети, мальчишки, девчонки, Новый год вот-вот праздновать будем, дружно слушая, что скажет Путин. А пожалуй, не будем об этом. Для меня он лицо в телевизоре. Пусть разбросаны по всему свету, мы в души глубине очень близкие. Подзывайте поближе родных и друзей, и коллег, и знакомых. Это будет мой первый эфир стихотворного монолога. Дайте мне всего 3 минуты, ведь внимание дорого стоит. А вокруг все настолько запутано, мир сломался, он вышел из строя. На дороге судьбы в поворотах притормаживать не забывайте. Принимая решения серьезные, шуму мнений чужих не давайте. Заглушить голос вашего сердца, ведь оно никогда не обманет. А кому-то устами младенца глагол истины жить помогает. Жизнь вообще забавная штука. ММО на сцене театра. Наслаждаемся каждой минуткой, делая перерыв на антракты. Ни хорошего, ни плохого в этой жизни не существует. Есть сценарий, написанный Богом. Все, что было, там есть и что будет. Каждый здесь свои цели преследует. Каждый опыт лишь свой получает. Кто-то бизнес на шару наследует. Кто-то нищим наш мир покидает. Не бывает все только лишь гладко. Если так, ожидайте подвоха. У судьбы есть большая рогатка, что в момент сменит круто на плохо. Все эмоции наши и чувства нам дают ощущение жизни. Регулярно точите искусство. Каждый день наполнять новым смыслом. Говорить могу бесконечно. И стихами глаголить без меры. Только время, увы, скоротечно, устремляется в перемены. В жизни каждого человека, в жизни стран, городов, всей планеты. Дети 21 века призовут всех виновных к ответу. И начнется война, не такая, о которой вы в книжках читали. И красивые фильмы смотрели, и в рассказах от дедов слыхали. Это будет невидимый взрыв. Инфобомба, глаз разума. Бога. Только ящик Пандоры открыв, мы окажемся у порога новой жизни и новых стремлений. Выключайте режим ожидания. Переходим в режим приключений. Подготовьтесь к ребуту заранее. Так что год номер 2017 будет очень богат на события. Вот такая, друзья, информация. Лучше, чем бла-бла-бла от политиков. С Новым годом, друзья! И давайте все желания одно загадаем. С чистым сердцем и светлой душою пусть наш мир в один миг станет раем.